На одном из корпоративов, как говорят сами организаторы президентского уровня, у группы «Серебро» случается несопоставимый с президентами инцидент. В торт именинника чуть не попадает туфелька одной из солисток. У нас есть песня S1, и у нас обязательно есть такой взмах. Ау! И вот на этом ау полетела туфелька, полетела и упала возле торта. Да, а люди, знаете, вот это было как будто в рапиде, начали вот так вот как-то... Эй, типа, бомба! Ужас весь этой истории, тот, что это был президентский уровень, и люди не знали, как себя вести. Всю песню мне пришлось отрабатывать стоя на одном каблуке и на одной просто вот на носочке. Потом мужчина из так сказать, из гостей подошел и мне как Золушке надел мне туфельку, да. После случая на закрытом мероприятии высокого уровня Марина недолго остается в составе жаркого трио. Кто знает, может, именно эта ситуация стала последней каплей в решении продюсеров избавиться от Резоркиной. Теперь она предпочитает рисовать и только вспоминать времена своего невероятного успеха в составе «Серебра».